26 марта 2020 год, Харьков. Да, фокусируется на кране, а не на луне, фотоаппарат. И, наверное, правильно. Упс. И подушка как лягушка. Wait for me and I'll be back. 6 Штыкнул все равно в нижней части крана просится. Ладно, ждем пролета МКС между Венерой и Луной. В общем-то, тут несколько минут осталось. Погодка нам благоприятствует. Не знаю. Как-то я пояс Ориона не вижу на экране. Визуально наблюдаю, а на экране фотоаппарата не наблюдаю. Ладненько. Подождем.